И всем привет, мои друзья! С вами, как всегда, я Денис. И сегодня мы будем строить очередную самоделочку на тему «Уже Великая Отечественная война». Не обращайте внимания на тот провод, просто у меня одна из двух ламп разрядилась, пришлось ее поставить на зарядку. Значит, рассказываю, как тут что будет. Тут на этой пластине будет какая-нибудь часть домика, какие-нибудь еще декорации расставлю, идти дорога, и тут стоять танк, еще пушку, может быть, добавлю сюда, еще всякие деревья, кустики, тут будут нападать советские солдаты, танкист будет возле этого танка что-то чинить, ну а тут будут нападать немцы. Теперь давайте перейдем к нашим мини-фигуркам. А начнем мы обзор и мини-фигурок, а именно советских солдат. Их у меня всего лишь 6 штук, которые будут участвовать в этой самоделке. Первая фигурка – это танкист. У него в руках гаечный ключ. Второй боец – он с АК-47 и рюкзачком. Второй с АК. Третий, то есть уже четвертый по счету, с АК-47. Пятый с винтовкой и командир с револьвером. К наши советские солдаты. Дальше у нас идут немцы. Их тоже 6 штук. Один с винтовкой. То есть 3 пацана с винтовкой. Один генерал с немецким пистолетом. Один с МП-40 и один с немецким пулеметом. Ну а теперь перейдем к технике, который будет участвовать в этой самоделке. Первое, это такой танк, который будет стоять где-нибудь вот тут вот, и возле него будет чинить его танкист. Поставлю его сюда. И вторая техника, это такая пушка. Она будет стоять где-нибудь тут. Вот так вот, можно дуло его так вот положу, чтобы она казалась, что битая. Поставлю ее сюда. Ну, а мы приступаем к строительству. Для начала сделаем дорогу. Идею этой самоделки я взял с канала Обрик. Обязательно на него подписывайтесь. Вот. Дорожку. Так. Дорожки есть. Теперь поставлю вот эти вот пластины. Типа это земля. Говорю, этих коричневых пластин мне не так уж и много, поэтому все вот это вот я прям заполнить не смогу. Смогу заполнить только небольшую часть. Вот. Так. Мне не
Читали все уже, кончается. Так. Так. Угу. Так. В этом доме я ничего ставить не буду, но вы, если захотите, можете оставить. Я не возражаю. Так, детали. Так, не нужно убрать. Если у вас есть такие детали прям одинакового цвета, коричневого, например, или такого, зеленого, то можете, в принципе, строить из этих цветов. Я так строю из этих цветов. Разных, потому что у меня просто нету деталей одного цвета. Вот так вот. Поэтому я строю из деталей разных цветов. Думаю, возле пушки сделаю такую типа воронку. Типа там попали какие-нибудь снарядом. Так вот, как-то это будет. Черную деталь. Делаю прям такой кружочек вокруг этой пушки. Которая тут будет стоять. Так. Такой вот квадратик сделаю. Потом поставлю сюда как-то так пушку. Так вот. Думаю, нормально будет смотреться. Так. Место для пушки сделали. Теперь нужно заполнить это пространство.
Так. Сюда поставим блок. Сюда такую стенку поставлю. Сюда вот такую вот. Вот, наша земля готова. Теперь можно строить наш домик. Приступаем. Вокруг думается. Так, думаю, позаделываю. Потому что внутри этого домика вообще ничего не будет. Так. Так, сюда кирпичи, сюда такую стеночку, сюда также поставлю. Ну вот, теперь заполняю это все обычными детальками. Дырочка тут будет. Так. Сколько там уже идет? Ого, ничего себе. 13 минут уже. Ого. Так быстро. Маленький дом летит быстрее. Вернее, детальки. Так. Так, 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 так. Что же еще поставить? О, я думаю, такими детальками поставлю. Такую детальку. Так. Так, так, так. Хопа. И последняя деталька. На этом тоже дома. Хопа. Нет.
Ладно, придется свою крышу делать. Опа. Так, ставлю. Кубик-тарику поставила. Такую. Такую. И вот. Так. Опа. Опа. Делаю как-нибудь. Так. 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 И вот так. Домик наш на полу разрушенный готов. Теперь поставлю какие-нибудь еще декорации. Ставлю вот такое заграждение какое-нибудь. Так. Ставлю такую бочечку. Крышу зданию какую-нибудь такую. Прицеплю. Так. Так. Так вот. Сюда еще оставлю какую-нибудь такую булочечку. И пару ящиков. Один. И вот тут еще. Не, телефон не буду ложить. Поставлю такую рацию сюда. Ну и все. С декорациями на той части мы закончили. Теперь давайте перейдем к этой. Поставлю, думаю, мое самодельное любимое деревце. Такой засохший кустик. А с этой стороны уже такое более все живое будет. Так. Так вот. Такие прям заросли какие-то получились. Так. Теперь поставлю нашу любимую пушечку, которая дула будет как-то вот так вот. Ну и думаю, положу куда-нибудь за эту пушку.
два трупа советских солдат, которые управляли этой пушкой. Это будут вот такие вот бойцы. Показать. Вот. Где будет такой сидеть? А другой будет лежать где-нибудь. Вот тут. Вот наши бойцы, которые погибли. Теперь сделаю какое-нибудь заграждение. Какой-нибудь забор. Так, бочку сюда сдвину. Делаю какое-нибудь вот такое ограждение. Так. Так, поставлю теперь наш танк. Вот так вот. Поставлю, типа он это все протанковал, пробил. Поставлю наших танкистов. Думаю, даже вот такого вот мужичка добавлю, который будет выглядывать из башни этого танка. Вот. Еще один танкистик. Кстати, что-то отпало. Вот. А второй будет что-то чинить возле танка. Теперь нужно расставить наших бойцов, наших немцев, также советских солдат. Танк поставлю. Ну-ка, сюда его сдвину. Положу мешки с песком. Расставлю наших немцев. СМП-40 сюда. Одного бойца сюда положу, типа его убьем, и положу вот в него его немецкую винтовку АКАР. Теперь поставлю еще двух немцев. Генерал будет стоять где-нибудь тут, а немцы будут такие два бежать. И у одного, как обычно, отпала винтовка. Вот, с немцами мы покончили. Теперь давайте расставим наших русских. Одного генерала поставлю сюда. Может, не генерала. Сюда одного бойца поставлю.
Нагубается сюда. Один еще бежать будет. И еще один сзади. Вот наша самоделка в полном сборе. Если вам эта самоделка понравилась, или даже это видео понравилось, то обязательно поставьте лайк этому видео. Подпишитесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии. Ну а всем спасибо за просмотр и всем пока. С вами был я, Денис. Всем пока.